Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. В основном нацелены на финансы, богатство и власть. Но если пренебрегает духовной стороной, то могут потерпеть неудачи в жизни. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. В противном случае стоит ожидать репутации жестокого и равнодушного карьериста. Да и в семейной жизни такие качества могут сильно помешать. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами. Они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.